Первоапрельскую историю вам прочитаю. Раздается звук печальный, я встаю с улыбкой сонной, открываю дверь, начальник мой стоит, демисезонный плащ на нем просторный, мягкий, а в руках бутылка шнапса. Изучив основы магии, говорит он слово «грапсо» вместо «здравствуй». Вот скотина, я зову его обедать, ибо время, половину всей еды ему отведать, я надеюсь, мерку шнапса, или лучше полбутылки за сандалю разом, наспор. Я раскладываю вилки, рюмки, ложечки, сервизы, нож специальный для икорки, в сеть включаю телевизор, на экране мочат корки, травят байки, гонят речи. Мой таинственный начальник, приобняв меня за плечи, тусклым голосом печальным тихо шепчет мне: «Евгений, к нам вчера пришло задание в сжатый срок, без промедлений, дней за 7 разрушить здания Эрмитажа, Ленсовета и Казанского собора. Я решил, возьми-ка это на себя. Тебе на сборы 2 часа. На нашем складе есть различные устройства. И не надо, Бога ради, мне здесь нервное расстройство имитировать. Евгений, я же знаю, ты же сможешь, ты ж любое из строений на кирпичики разложишь кулаком своим неслабым. Я не то, мне как-то сложно, понимаю, что пора бы мне от комплексов, возможно, избавляться, но, признаюсь, тут он выпил мерку шнапса, не могу». Я заикаюсь, даже просто слово «грапса» говоря, а тут разрушить то, к чему привязан с детства. Тут он начал хищно кушать колбасу. Тебе в наследство, если справишься, Евгений, я оставлю бриллиантов, разных древних сочинений, 28 фолиантов, орден льва тебе повесят. Я скажу о том магистру, только справься, 10 дней, пусть не 7, и тут же быстро съел обед, и даже крошки самой мелкой не оставил, сгреб со скатерти ладошкой и проворно в рот отправил, проглотив же непристойно, скаля зубы, засмеялся. Пошутил я: спи спокойно, и ушел. А я остался.